Уже второй год подряд в преддверии Дня Победы на территории 4-й школы высаживают деревья. 8 мая здесь появилась целая аллея из туй, посвященная лобнинским ветеранам. Наш корреспондент Никита Панин тоже принял участие в памятной акции. Каждая из 35 туй, посаженных во дворе школы, посвящена участнику войны, сражавшемуся за наше светлое будущее. И нет сомнений в том, что память об их героизме будет жить и возрастать еще много лет вместе с этими деревьями и теми, кто их посадил. И это память о воинах, которые сражались за нашу землю. Да. Которые умерли на войне. Память о ветеранах. Чтобы дети как можно больше узнали о этой смелой разведчицы. Каждый класс 4-й школы с 1 по 11 выбрал для себя героя, в честь которого высадил дерево. Не остались в стороне и ветеранские организации, управление образования, депутаты, общественная палата. Оказали активную поддержку и приняли в акции непосредственное участие. Акция посвящена как раз памяти вот таким людям, как Будник. И не только героям Советского Союза, но и всем бойцам Красной Армии, всем, кто воевал во время Великой Отечественной войны. И память о ком всегда будет жить в наших сердцах. Вспоминаем тех, кто все-таки 4 тяжелых года сложил свои судьбы, жизни вернее. Отцов и дедов своих. Пусть это дерево растет во имя погибших. Пусть цветет, пусть расцветает, как душа, которая бы жила на этой земле. Высаживать аллею памяти начали еще в прошлом году, также в преддверии Дня Победы. 4-я школа и тогда, и сейчас стала одной из первых площадок областной акции «Лес Победы» в Лобне. Все деревья успешно прижились. В результате начинание решили продолжить. Также было от каждого класса куплено дерево, которое посадили, то есть классами вместе. Вот, и мы решили, что эту аллею надо продолжить. Тем более наша школа находится на территории, где действительно проходили бои, где вот именно на Лобнинском рубеже. И мы решили вот сделать такую акцию. Тем более, что даже на нашей территории вот этот ДОТ расположен. То есть вот именно как память о войне. ДОТ, сохранившийся со времен войны, на территорию школы был перенесен из леса. Во дворе учебного заведения он находится уже много лет. В преддверии праздника сооружение и прилегающую к нему территорию привели в порядок. Оформили подобающий объекту, хранящему память о войне. В память о павших воинах перед началом посадки деревьев к ДОТу возложили цветы. Здесь же состоялся митинг, посвященный Дню Победы. Дети читали стихи, исполняли военные песни. По двору учебного заведения прошагал без смертный полк, состоящий из школьников, с фотографиями своих героических предков в руках. А затем, словно души погибших солдат и офицеров, в небо взмыли десятки воздушных шариков. Участие в памятной акции приняла и наша съемочная группа. Одно из деревьев в новой аллее посвящено моему деду, юнге Северного флота Жирохову Александру Андреевичу. Никита Панин, Алексей Орлов, Михаил Жуков, телекомпания «Лобня».